PR-мен и PR-вумен. Такая интересная тема. Всем давно понятно соотношение, что мужчины в пиаре руководят, а девушки работают. И девушки на своем месте, а мужчина на своем месте. Посмотрите сериал «Хорошая жена» и сравните, как работает пиарщица. В принципе, работает хорошо, но не в сложных ситуациях. Ее даже политтехнолог, который был привлечен вместо нее, назвал так: «Уберите эту Барби». Хотя девушка работала неплохо. Однако же, когда работает мужчина, в том случае антикризисный пиар-менеджер, пиарщик Элай Голд, при этом он упускает часто некоторые детали, которые женщина бы не упустила. Поэтому в пиаре должны работать и мужчины, и женщины. Нельзя сказать, что это чисто женская профессия или мужская профессия. Это инь-янь. И очень хорошая иллюстрация недавно была в интернете по поводу того, что кто же такой пиар-менеджер. Типа он сам думает, что он супермен, мама про него думает, что он выступает на площадях, там, как Махатма Ганди, значит, друзья думают, что он на фуршетах танцует там, с этими, с бокалами вина, ну, а на самом деле он пашет. Однако обратите внимание, кто стоит за плугом и кто прижен. Пиармен и пиарвумен вместе в пиаре победят.